нашій студії зараз не тільки ранкова, а й літня свіжість. Тому що до нас завітала Ірина Шитюк, фахівець із виробництва морозива і з продукцією, до якої не може залишатися байдужим ніхто. Тому що це, власне, морозиво. І влітку воно не просто дарує приємну прохолоду і насолоду, а ще й рятує нас від спеки. І приємне, і корисне. Ірина Семенівна, доброго ранку. Доброго ранку. Вы очень правильно сказали, что никого равнодушным мороженое не оставляет. Но что вы неправильно сказали? Что? Что это только летний продукт. Это всесезонный продукт. Это продукт, который дает человеку заряд энергии, заряд эмоций. Он способствует выработке серотонина. И он дает человеку ощущение радости круглый год. Вы правы. Мороженое полноценный продукт. То есть им можно заменить вполне кто-то завтрак, кто-то полдник. То есть это вполне самостоятельный, полноценный, полезный продукт. А ви знаєте, так воно і є, тому що ми, працівники, ті, хто працюють, постійно говорять, голосові зв'язки, ми тренуємось і загартовуємося саме на морозові, саме морозовому. Треба влітку їсти морозиво і протягом року також їсти морозиво. Кстати, отоларингологи вважають, що якщо регулярно кушати морозиво, давати дітям, ну, понятно, не з самого рождения, а где-то з возраста 4-5 лет, понемножечку сначала растаявшее, потом так, то происходит своеобразный тренинг и закаливание голосовых связок, горла. И ребенку тогда уже не страшно будет зимой дышать холодным воздухом. Все. То есть это своеобразная такая закалка. И это действительно так. Кожного року, звичайно, без морозива, а особливо влітку, не обходиться. Але ми любимо і наш пломбір, який знаємо ще з дитинства, і ескімо вишукане таке приємне. І хочеться щоразу чогось новенького. Що? Ви знаєте, є така, як би, постулат такий. Нове – це добре, але є ж класика жанру. То есть вот наша ментальность, она таким образом устроена, что мы привыкли кушать мороженое в основном на улице. Не так, как это кушают, допустим, там в Европе. Мы привыкли взять стаканчик, развернуть его и пойти приятно похрустев вафельку и получив удовольствие. Вот. В этом сезоне, знаете, на мороженое бывает мода. Несмотря на всякие новинки и все это. Вот вы сейчас показывали сюжет о черном мороженом. Ну, я, например, не люблю черный цвет в принципе, поэтому я бы такое мороженое не купила. Хотя это хороший, полезный продукт, в нем ничего нет вредного. Красителем там является уголь, съедобный пищевой уголь. Да, натуральный пищевой краситель, который делается из угля. Ну, если вы хотите мороженое с угольком, пожалуйста, покушайте черное мороженое. Но я приверженец классических вариантов. И на мороженое существует мода. Вот в этом году моден пломбир. Несмотря на то, что мороженое это, ну, гораздо дороже, чем, скажем, обычный дешевый стаканчик. Вот. Но народ начинает себя уважать. И покупатель считает, что лучше он купит одну порцию, а не три порции, и съест действительно качественный продукт. Потому что пломбир делается на сливочном масле. И мы, наши креды нашей фирмы, мы делаем честное мороженое. То есть если мы сказали, что там сливочное масло, то там есть сливочное масло. Вот. Пломбир, он и есть пломбир, понимаете? Мы делаем его в виде брикета, стаканчика, там, на палочке, в различных видах и все это. Но пломбир, он и есть пломбир. Бывает мода на различные вкусы. Вот в этом году модно фисташковое мороженое. Вы знаете, как вот мода на одежду, так и на продукты бывает. Так, так, оно появилось и тримается мода. Да. Каждый год что-то новое, так сказать. Но в основном это из нехорошо, но не забытого старого. То есть вот классика стаканчик, классика брикет, классика эскимо и виды традиционные вкусы. Это ванильный вкус, шоколадный вкус. Теперь мы на упаковках пишем, если раньше мы писали мороженое шоколадное, то теперь мы пишем с какао. И, ну, это правильно, мы туда добавляем какао, натуральное, алкализированное, и вкус какао, и цвет какао. То есть мне иногда задают вопрос, почему шоколадное мороженое не темное. Ну, вот вы когда какао завариваете в молоке, оно же получается такого приятного цвета какао. Вот, вот и мороженое такого цвета получается. А если темное, туда нужно добавить краску. Краски ведь тоже разные бывают. Бывают качественные. Зараз якраз до компонентів, до такого питання важливого, як компоненти, з яких складається цей самий улюблений всесезонний продукт. Ви знаєте, мороженое, вот можна сказати, із всіх літніх, так сказати, охладителей, самий безвредний.
Потому что для него консервантом служит холод. Ну, любая водичка, все это требует для того, чтобы они не портились в процессе хранения, они требуют определенных консервирующих веществ. А для мороженого это не требуется, потому что консервантом здесь является холод. Мороженое сохраняется при температуре минус 25, минус 30 градусов. И когда, допустим, покупатель подходит к прилавку с мороженым, он может для себя посмотреть температуру в прилавке. Если температура выше, чем 18 градусов, то можно подумать, покупать или не покупать. Потому что современное мороженое, оно очень взбитое, оно производится с использованием ингредиентов, которые позволяют его хорошо взбивать. И температура для хранения такого мороженого должна быть на уровне где-то не менее 20 градусов. То есть 24 – это температура, которая предусмотрена по державному стандарту. 24 – там плюс-минус 2 градуса. А уже все, что, допустим, выше 18 градусов, это уже для мороженого не подходит. Так, консервантів там немає. Немає. А що там є? Наприклад, пломбір. Да? Так. Молоко. Сливочне масло, сахар. До речі, цукор. Наприклад, якщо говорити про інші продукти, які люблять влітку там якусь солодку, там воду, то там забагато цукру. Яка норма цукру? Смотрите, если мы возьмем с вами карандашик и листочек бумажки и подсчитаем, значит, норма сахара 150 кг на тонну. Это 15 граммов в 100 граммах. Но если взять порцию, в которой 60 граммов, то легко посчитать, что там всего лишь 9 граммов сахара. Це менше, ніж чайна ложечка. Да. Менше, ніж, это меньше, чем кофейная ложечка. Так, то есть вы, съедая порцию мороженого, вы съедаете всего 9 граммов сахара. Цукру меньше, ніж в чаю. Точно так же и жир. Але вона солодка. Ну вот, например, солодки. Ну вот в нашем пломбире здесь 15% жир. То есть 15 граммов в 100 граммах. Опять-таки в 60 граммах это 9 граммов. Давайте откроем, так? Да. Що ми говоримо про морозиво і... Не, звісно, їсти я не буду зараз, але хоча б відкрию, подивлюся. Ну, ми можемо відкрити і їсти, можемо посмотрети. Так, давайте. Отже, ми говоримо, продовжимо говорити про пломбір. Так? Вот, вот такой красивенький, аппетитный пломбир. Причем мы делаем пломбир без глазури. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, можно было ощутить вкус самого пломбира. А мы встигнемо его съесть, пока воно растане? Как раз оно дойдет до нужной кондиции. Вот мороженое нужно кушать не тогда, когда оно вот только его достали из камеры, а когда оно немножечко-немножечко подтаяло. Как раз я люблю такое морозиво, которое трошечки подтаяло. Если мы его положим аккуратненько вот на блюдо, то будет здорово. Вот. И мороженое нужно кушать, когда оно чуть-чуть подтаяло. Буквально вот минут 5-7-10 полежало при комнатной температуре, и тогда оно как бы восстанавливает весь свой ароматический букет, и все. В качестве ароматизаторов здесь только ванилин. Причем, что интересно по ванилину. Вот ванильное мороженое, оно предполагает использование стручков ванили, да? Тогда оно может называться ванильное. А мы, ну, все, собственно, производители, ввиду дороговизны ванилина натурального, оно дорогое получается. И поэтому все используют ванилин, и хозяйки дома пекут пироги с ванилином, используют. Ванилин имеет химическую формулу, 100% совпадающую с формулой натурального ванилина. Это редкий случай как бы в химии, когда вот как бы синтетический продукт имеет ту же самую химическую формулу, как имеет натуральный ванилин. Вот. Ну, поэтому его вкус дает ощущение масла сливочного, молока и ванили. Это очень приятный такой вкус получается вот именно у белого мороженого. Це пломбір. А є ще інші фруктові? Да, є низкожирні сорта мороженого, так. І є так називаємо сорбети. Ну, для кожного виду мороженого є свій державний стандарт ДСТУ. От це мороженое пломбір робиться по ДСТУ 4733. Якщо ці цифри знаходити на упаковці мороженого, то ви будете точно знати, що це пломбір, який зроблений на сливочному маслі. Є мороженое, яке робиться з комбінованим составом, так називаємо. Сюди входить, в основном мороженщики используют кокосовое масло. Кокосового масла совершенно не стоит бояться и совершенно не нужно верить тому, что, так сказать, плохого говорят о кокосовом масле. Мы употребляем подсолнечное масло, мы употребляем арахисовое, любое, там, семян льна, любое. Точно так же кокосовое масло
масло во всем мире используется очень широко, и это очень полезный продукт. В косметологии используется, в диетическом питании используется. И мороженое, которое вообще без молочной основы, без жира, с нулевым процентом жира, это так называемые сорбеты, которые делаются либо на фруктовом пюре, вот мы делаем плодово-ягодное мороженое. Там значительная часть в мороженом составляет фруктовое пюре, ну вот из яблок, из слив, из абрикос, на из вишни. Можно на диете сидеть. Вы знаете, вообще мороженое, вот по мнению диетологов, оно включается в диеты для похудения. Как это ни странно звучит. Вот многие... Цукру там мало, але є, наприклад, дело в том, что там масло. Много кальция. Поскольку это молочный продукт, и особенно если оно содержит еще и сливочное масло. А кальций, он способствует сжиганию жиров. То есть есть такие диеты, которые предполагают обязательно порцию мороженого в день. И это помогает избавляться от лишнего жира. Как это ни странно звучит, что вот многие боятся, ой, я не буду кушать такое мороженое, потому что я боюсь там поправиться. Ничего подобного, мороженое – это очень диетический продукт. Ну а какие вы порадите морозиво для гарної фігури? Любое. Будет. Любое. Ну, конечно, все должно быть в меру. Если вы будете кушать много там семечек или орехов, или фруктов, кстати, можно поправиться, кушая одни груши или там яблоки. Это все зависит от того, как ваш организм воспринимает ту или иную химическую форму продукта и то, сколько вы этого употребляете. А вот вы говорили про модное зараз фисташковое морозиво. Это ароматизатор. Туда добавляется натуральный ароматизатор, вытяжка из фисташки, и натуральный краситель хлорофилл. То есть оно зелененького цвета. Так, такого так, зелененького, вот, приемного. Да. Заспокоилого. Ну, мы используем в своей работе только натуральные ароматизаторы и красители. Вот. Хотя мы стараемся их мало использовать, мало делать цветного мороженого. Мы в основном делаем классику. Белое и шоколадное. Дякую вам. Від вас побажання нашим глядачам. Быть счастливыми, быть удачливыми и хорошее настроение поддерживать мороженым. Я вам дякую, бажаю вам доброго ранку, вдалого робочого тижня і побільше смачного морозива. Спасибо. Вот, надеюсь, наши зрители, покупатели найдут для себя свое любимое мороженое и определят его на все лето, и будут довольны.